я хочу передать и благодарность моему другу Владу Плохотнюку, который действительно... Мы столько лет дружим, он позвонил мне в Копенгаген. Я сейчас нахожусь, наверное, вы знаете, на конкурсе Евровидения. Где завтра в большом финале Россию будет представлять дуэт сестер Толмачевых, которым я написал красивую песню. Может быть, кто из вас видел их выступление несколько дней назад. И они сегодня готовятся, и у них сегодня очень ответственный день. Но они меня отпустили к вам и к Владу. И я очень надеюсь на то, что вы свои голоса, во всяком случае те, кто сегодня собрались здесь, отправите хотя бы по одной смс-ке в поддержку моей песни этих потрясающих девочек, которые брошены сейчас на амбразуру в европейский шоу-бизнес и европейскую политику. Но я всегда считал, что музыка превыше политики. Поэтому сегодня мы здесь собрались. Поэтому сегодня я, бросив все, приехал сюда, к вам. Потому что не мог поступить иначе, когда меня ждут и зовут друзья. Спасибо, Влад, большое. Спасибо вам большое.